Снимай. Снимай. Как мне снимать? Здесь съемка запрещена. Тебя сейчас сняли, когда ты говорила. А, да, блин. Ради бога. Нельзя вот так ее трясти, она не должна шататься. Фика, привет. Say hello to mom, dad in Dominicana. Давай, папа и мама, скажи привет. Папа и мам, пошли на собрание, пошли. Февраля в 17 часов в Казанском центре волейбола состоится матч, которого ждут все любители этой прекрасной игры. Классическое противостояние двух топ-клубов России. Динамовское дерби. Казань против Москвы. Конечно же, на них более важный настрой, заряд, и ждем их. Такую встречу просто нельзя пропустить. Легко точно никому не будет. А вот помочь нашим девушкам можете только вы, дорогие болельщики. Волейболистки будут рады видеть вас на трибунах и непременно отплатят вам яркой и эмоциональной игрой. Могу, смотри! А что, нормально стоишь? Он мне тут полина сделала. Все, ушатал молодых. Подожди, голова кружится. Настроение у команды Ришата Гелизутдинова, как вы видите, хорошее. После обидного поражения от «Локомотива» «Динамо Акбарс» успешно съездила в гости к «Уралочке», где одержала уверенную победу со счетом 3-0 и закрепилась в топ-4 Суперлиги. Сыграли хорошо, быстро, достаточно. Все получилось, я считаю, в этой игре. Немножко сначала было волнение, поэтому такой счет там был равный, а потом взяли все в свои руки и довели до конца. Нельзя не отметить, что в состав вернулась либеро Евгения Баяндина. И с каждым днем форму набирает болгарская доигровщица Добриана Рабаджиева. Да, в оптимальной форме. Все равно готовимся бодро, ярко, активно. Поэтому, да, думаю, все подойдем едино, вместе и в хорошей форме. Календарь игр чемпионата построен таким образом, что матчи топ-команд следуют один за другим. Локомотив, Уралочка, а теперь вот московская Динамо. Да, у нас все хорошо, очень хорошо. И мы готовы, тренируемся. Наверное, сейчас наша форма одна из лучших, которую мы имели в этом сезоне. Я знаю, что в Казани, наверное, это первый сезон, когда мы там идем на 4-м месте. Вот. Я была в таких командах, как «Уралочка» и «Москва», где ты можешь не идти на 1-м месте в регулярном сезоне, но потом в плей-оффе ты можешь всех разбомбить. Но для меня это не так важно, что мы сейчас на 4-м, ну там 3-4, поэтому все будет зависеть от плей-оффа, как команды подойдут туда, в какой форме. В нынешнем сезоне состоялось уже две встречи команд. Тогда, осенью, за одну неделю коллектив Константина Ушакова сначала выбил казанскую команду из Кубка России со счетом 3-0, после чего завоевал трофей. А в матче первого круга Суперлиги борьба была упорнее, но вновь победа столичной команды 3-1. Больше помню матч, когда получился в Красноярске, когда Москва отцепила нас от Кубка. Там было... 0-3 вообще. Вот. И я думаю, все равно уже мы и к той игре в Москве сделали выводы и уже взяли одну партию. Поэтому, я думаю, будет еще получше. И посмотрим уже результат после игры. Ну, у нас прибавилось Добрю. Гайла тогда уже была. Но Гайла там, что, она чуть-чуть была с нами, поэтому она еще была не в самой форме. Вот. Ну, наверное, немножко в тактике мы поменяли ведение игры. Все, набрали просто форму. Нынешняя московская «Динамо» выглядит главным фаворитом чемпионата. Всего лишь одно поражение в 18 матчах. В конце ноября от ленинградки. С тех пор команда выдала серию из 11 побед подряд и ощущает полную уверенность в своих силах на первой строчке в турнирной таблице и с очередным Кубком России в клубном музее. Они безошибочные. Мы даже обсуждали это после игры с Лока с Ксюшей Парубец. Они делают за игру там по 3-4 ошибки, и то это считается у них не очень хорошие игры. Там, ну, такие. И это феноменально. За счет этого они идут так хорошо в чемпионате.
Еще в прошлом сезоне москвички выиграли бронзовые медали у казанской команды в серии за третье место. Но для динамовских коллективов тот сезон точно нельзя назвать успешным. В итоге команда Константина Ушакова полностью обновила линию доигровщиц. Вернула в Москву олимпийскую чемпионку бразильянку Наталью Перейру, а также Маргариту Курила. И, конечно же, либеро Анну Подкопаеву, пришедшую как раз из Казани. В обратном направлении проследовали Анастасия Ануфриенко и Ярослава Симоненко. Мне кажется, что в том сезоне Москва была сильнее по составу, по всему, но не получилось играть за первое место. За все годы, за последние, поменялась игра. Если раньше где-то больше пасовали Наташа Гончарова, то сейчас больше пасуют всем игрокам. Они очень много играют пайпов, пасуют доигровщикам, темпом. И их игра стала разнообразной с приходом и Жени Старцевой, и других опытных игроков. Могу сказать, что они стали интереснее играть. Плюс, конечно же, не забываем и о других лидерах команды, которых вы и так прекрасно знаете. Я реально каждого могу выделить. Что Наташу Гончарову, что Аню Малову, одну из лучших либеров в нашей стране. Женю Старцеву, очень опытную связку. Иру Фетисову, Енину, как блокирующих. Перейра, естественно, олимпийская чемпионка. Ну вот каждого можно выделять в составе. Рита Курила тоже очень, очень хороший доигровщик. Динамовское дерби. Казань против Москвы состоится 12 февраля в 17 часов в Казанском центре волейбола. А мы приглашаем вас посетить этот матч, который, безусловно, станет украшением всего регулярного чемпионата женской волейбольной суперлиги. Москва сейчас в очень хорошей форме, она показывает очень хороший сезон, но мы дома планируем дать бой, порадовать болельщиков и себя хорошей игрой. Удачи. Приходите на игру. Приходите, понял? Приходи.